Клочини морів рушають моряки, хвиля грає на просторі. Де не буде ми від рідної землі, ми як дома в синім морі. І летять, летять над хвилями чайки у просторі. Она спишет? Да. Привет, Лейся. Здравствуй. Читала про нас? Да вот читаю. Что, хвалят? Ну, а про комсомольскую работу заметила? На высоте? Ну, еще бы, при таком-то секретаре. Стараемся. Опа. Спасибо. Лейся. Привет начальству. Взаимно. Были замечены мной вчера на Дерибасовской с брюнеткой. Поздравляю. Спасибо, сестра. Надеюсь, троюродная. Николай Федорович. Завидное родство. Извините. Говорят, что это судно скоро отплывает в Лондон. Возможно. А скажите, если, конечно, не секрет, радистка этого красивого корабля, Леся Андреевна Гордиенко, тоже отправляется в Лондон? Да, отправляется. А что? Дело в том, что если она не идет в этот рейс, то останусь на берегу и я. Вот как. А как быть с официальным предписанием, которое вы получили, если не ошибаюсь, вчера, практикант Цымбалюк? Ну, я мог бы его потерять. Сжечь. Проглотить, наконец. Думаю, что курсанту высшего мореходного училища следует иначе относиться к судовым документам. Впрочем, на вас-то похоже. Вы мне испортили настроение, еще не ступив на нашу палубу. Боюсь, что худшее впереди. Гудбай, Леся. Доброе утро. Здравствуйте. Вы боцман? Он самый. Курсант высшего мореходного училища Цымбалюк прибыл к вам для прохождения практики. Добро пожаловать. Боцман Метелица. А скажите, боцман, вы не знаете, случайно, как делаются ушные звуконепроницаемые пробки? Шо-шо? Не знаете. Короче говоря, я сам их сделаю и подарю вам на день рождения. Убрать швартовы. Якорь чист.
практиканта Цымбалюка к капитану. Яков Иванович. Да? По вашему приказанию явился. Посмотрите на Одессу, Цымбалюк. Перед первым заграничным плаванием это полезно. Так точно полезно, но не могу. Почему? А я вынужден вон туда смотреть. А что ж там такое? Там родной дом, отчий. Ах, вон на что. Понятно. Значит, девушка махнет синим платочком. Не совсем так. Бать махнет, и, наверное, кулаком. А почему ж кулаком? Да ну, бать считает, что характер у меня, ну, несерьезный, что ли. Это плохо, если он так считает. А отцы детьми всегда недовольны. Все у нас выходит не так, как им нравится. Повелел семафорить, когда мимо пойдем. Ну что ж, вот бери себе нокль, ищите отца и семафорьте. Да его и так видно. Вон он стоит. Вражий сын. Увязался таки за девчиной. Далеки краї по збурених хвилях знову руша корабель. Чекай, моя мила, мов на крилах прилечу я з дальніх земель. Чекай, моя мила, мов на крилах прилечу я із дальніх земель. Юності ти уперше наснилась, де ми ходили в поля, туди, де родились, де любились, кличе нас рідна земля, туди, де родились, де любились. Одеса is one of the largest town in southern Ukraine. In southern Ukraine. Доктор, вы же забыли, как пишется слово «южный». Oh, thank you very much. Its port is always open to friends. To friends. Написали? Да. Демчук, переведи. Одесса – один из крупнейших городов юга Украины. Ее порт всегда открыт для друзей. Совершенно верно. Ну, на сегодня достаточно. Петро, да. Собери там тетради. Да, кстати, Юрко, как эта английская песенка? Ребят просили, напомни, а? Это про акулу и кщегара? Да нет. Шотландская прощальная. А-а-а. Та-ла-лам-бам-бам, па-ла-ба-бам. Миша, дай-ка гитару. В горе Аво, Дубай Даво. Повторяйте. В горе Аво, Дубай Даво. И дальше. Верно Аво, Толивью. Верно Аво, Вірно або Дубай даво, віран камбай енсію. Вірно або Дубай даво, віран камбай енсію. А тепер всі вместе і... Вірно або Дубай даво. Приживается, парень.
Как это остроумно. Добрый вечер. Добрый вечер. Опять спешите? Да. Леся, постойте со мной немного. Я так одинок, что скоро украдут меня цыган. Ни слова без прибауток. Подождите. Даже не хотите сказать, почему сердитесь? А я не сержусь. Да я и сам знаю. Вы все ждете, что я буду ходить по струнке. А в меня вот именно из-за этого точно бес какой-то вселяется. Очень убедительно. Ну как вам не стыдно? Вы ведете себя как мальчишка. Дерзите, поясничаете. Правильно, из-за вас. Ах, вот как. Я виноват. Да, вы. Браво! Практикант высшего мореходного училища ходит вверх ногами, чтобы понравиться девушке. Как это ново! А почему вам не бросить за борт эту гитару? Пожалуйста. Паяц! Чудная гитара. Что-то вроде за борт упало, товарищ практикант. Да, боцман. Сердце упало. Англию слушай. Ночь ходу. Счастливо. Играешь.
Да. Яков Иванович, говорит вахтенный радист Гордиенко. Принимаю СОС, принимаю СОС. Широта 48-31. Долгота западная 6-10. Горит английская яхта Элис. Вахтенный механик слушает. Данилюк, идем на спасение английской яхты. Дайте полный оборот. Они горят. Есть, дать максимальные обороты. Даем максимальные обороты. На спасение английской яхты пойдете вы. Подготовьте шлюпку номер 2 и номер 4. Доктора с аптекой возьмете с собой. Объявляйте, Абрал. Быстро. А ну быстрее, быстрее. Доктор, доктор, пошли. Вижу огонь, слева 40. Полборта лево, ложитесь на огонь. Полборта лево, ложиться на огонь. Шлюпки на воду. Внизу, под шлюпкой. Вниз. Be careful. Be careful. Ты не можешь. Что там болтает? Вы мух придавили. Ты не можешь. Ух, и страшно горит на воде. Да, страшно. Но ничего, на поясах выплывут. Юрко, смотри, Юрко. Miss Ellis. Where am I? You're on the Soviet ship, Zaporozhets. Miss Ellis! You dare to take my lifeboat away? Two. Два. Что она сказала? Он отнял у нее спасательный пояс. На нем два.
тебе все-все расскажу. Поговорим без свидетелей. Я тебе повторяю, папа, оставь меня в покое. И пусть Майкл Пейтон убирается из нашего дома. Он мерзавец. Что за выражение, Элис? Если бы твоя покойная мать знала... Если бы мама знала, что жених ее дочери в открытом море отнял у нее спасательный пояс... Ну, дорогая, я хотел только выяснить, определить размер этого неожиданного несчастья. Вы были так дружны с Майклом, все было хорошо. В конце концов, кто из нас без греха? Без ошибок живут только в хрестоматиях. Как это трогательно. Взвесьте обстоятельства, отец. Бушующее пламя, шторм. Было тихо, как в аквариуме, дедушка. Но Майкл просто растерялся. Пожар начался из-за его сигары, это смутит кого хочешь. Кроме того, в момент опасности бывают сюрпризы психики. Шоки сознания. Он глубоко сожалеет и за душевным волнением ждет встречи с тобой. Чего ты добиваешься, в конце концов? Свадьбы? Как, дед, я в восторге. По крайней мере, ясно, что подарить жениху. Спасательный пояс. Браво, мистер Мэссел-старший. А папа пусть похлопочет о медали за спасение на водах. Не поймите меня превратно. Наша старая фирма нуждается в притоке новых сил. Я, как руководитель предприятия, финансово стеснен. Если этот брак не состоится... Вы хотите сказать, что торгуете родной дочерью? Я протестую против этой непристойной формулировки, сэр. Я хочу торговать рыболовецкими сайнерами. Но что делать, если экспорт сужен, и наш товар не покупают? Мельник, пыльный мельник, мелит нашу рожь. Он истратил шиллинг, заработал грош. Элис, я надеюсь, что ты будешь благоразумна. Элис, 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 Элис. Да, дедушка. Зови Кэтрин, и мы выпроводим Пейтона из нашего дома. Элис, в тебе есть капелька здравого смысла. Ты не внесла ни одного конструктивного предложения. Внесла. Пусть Майкл Пейтон убирается в воду. Ах, знаю, где зарыта собака. Это начинающий скульптор. Кэтрин! 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 Есть, в конце концов, какие-то правила поведения, нормы. Нормы предусматривают один спасательный пояс, даже для капитана. Пейтон берет два. Да здравствует храбрость! Кэтрин! 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 Я здесь, сэр. Попросите сюда мистера Пейтона. Но он спит. Спит? Да, сэр. И приказал не будить. Спит? Сюрпризы психики, шоки сознания. Потом он примет ванну. Теперь у него есть спасательный пояс. Два. Милосердный Боже! Я совсем забыл о том храбром парне. Как его имя, Нортон? Чье имя? Моряка, который спас жизнь вашей единственной дочери. Как его зовут, я спрашиваю? Джош Цымбалюк, дедушка. Я хочу пожать ему руку. Это будет уже демонстрация.
Я хочу пожать ему руку. Ему и капитану русского судна, которое изменило курс. Дедушка, вы прелесть. О приличиях не только толкуют, иногда и соблюдают их. Шелтон, принесите мне чернила бумаги. Я поехал бы сам, но моя подагра. Благодарю вас. Спасибо, господин капитан. Спасибо всем. А где же мистер Джордж Цимбалюк, который спас мисс Элис Мейсфилд, рискуя жизнью? Наше интервью не совсем полно. Дымчук, вы звали Цимбалюка? Где он? На мачте, Яков Иванович. Антенну чинит. Боцман, крепче держать. Держу, держу. Будьте спокойны. Михаил Федорович, подтравите там. Травлю, травлю. Будьте спокойны, гитарист. Михаил Федорович, может помочь? Не надо. У нас техника безопасности на должной высоте. В чем дело, боцман? Что происходит? Все в порядке, Яков Иванович. Мистер Цимбалюк, пожалуйста. Вы не скажете нашим слушателям несколько слов о вашем героическом поступке? Well. The Soviet seaman is not a hero when he saves drowning people. He's just doing his duty. I'm very glad the SOS signal from the boat Ellis was received by my wife, Mrs. Lisa Цимбалюк. Что такое? Иван, ты слышал, что он сказал? Он сказал, я рад, что СОС яхты Элис приняла моя жена, миссис Леся Цимбалюк. Точно. Ты слышал, Дымчук? My wife, моя жена и ничего больше. Я хочу, чтобы вы объяснили ваше поведение. И немедленно. Но я не понимаю, что происходит. Мы в заграничном порту. А жене потом. Ну, зачем комсомольцу советского судна болтаться вниз головой на потеху всего пирса? Я антенну чинил вам. И не думал, что привлеку внимание. Чинили, вися вверх ногами. Ну и что ж, так было удобнее. Руки свободны. Ну ладно, ладно. Продолжалось. Ну я просто слов не нахожу. Все это ваше поведение в этом первом плавании, ну это просто какой-то балаган. Ведь 42-й год революции. 42-й год вас воспитывают. Не увлекайся, Лысь. Ему 24. Пожалуйста, не придирайся к словам. Да не к словам придираюсь, а к смыслу. Ну, тогда я все сказала. Пусть продолжают другие. Разрешите. Давай. Ничего такого поведения Цимбалюка не заметил, чтобы нам разбираться. Жена, это, конечно, факт. То есть как раз не факт. В общем, товарищ Цимбалюк, это надо объяснить. Придется. Кажется, вы дышите в микрофон. Прошу мне поверить, товарищ. Микрофон в это время был уже выключен. И я сказал эту фразу только для Леси Андреевны. Честное слово. Но я просто пошутил. Пошутил? Да. А если хотите, то нет.
Вы же знаете, что если я когда-нибудь буду женат, то только на вас. Нет, никогда. Ну, это же нас не касается. Нет, касается. По-моему, такие шутки бестактные и неприличные. Ну, поэтому-то я и прошу, искренне прошу вас, простите меня. Никогда. Никогда. Практиканта Цимбалюка к капитану. Так есть! Все, плохо! Николай Федорович! Хлопцы, будет свадьба. Да-да! Разрешите? Войдите. Будьте знакомы. Георгий Цимбалюк. Виктор Джордж Цимбалюк. Наши гости принесли письмо, которое хотят вручить вам лично. Может быть, надо переводить? Thank you, I speak English. Просит приехать в гости некто Питер Мейсфилд. Видимо, отец мисс Элис Мейсфилд. Питер Мейсфилд есть отец. Питер Мейсфилд есть дедушка. I said Mr. Мейсфилд is her grandfather. Собирайтесь, Цимбалюк. Поедем. Я приглашен тоже. От имени Питер Мейсфилд благодарю внимание. Авто ждет у входа гавань. Бокал с бокалом постучите. Жаль, хорошая была гитара. С коробкой запасных струн 90 рублей. А знаешь, кто ее на этом самом месте? Кто? Не скажу. Любовь. Отлично ездите. Цимбалюк, вы не забыли прощальный семафор своего отца? Да, господин капитан, скажу откровенно, беседа с вами была для меня очень интересна. Ваши взгляды, которые мы имели честь выслушать, были весьма прогрессивны, убедительны и неожиданны для нас. К сожалению, господа, многие еще уверены, что моря только разъединяют людей. А между тем они и соединяют их. Верно, верно. Вот удивительное дело. В мире мир, а люди наших стран встречаются значительно реже, чем во время войны. И понимают друг друга меньше. Странно. Да. До планет в настоящее время оказывается ближе, чем до сердец людей. Да, но русские в последнее время высказывают свои мысли слишком прямолинейно. Были бы мысли. Мистер Шелтон, мистер Пейтон осведомляется, могут ли его принять. Шелтон! Шелтон! Нет, нет. Да. Они вас не могут принять, сэр? Не могут? Почему? А, потому что там этот русский капитан. И моряк, который спас мисс Элис, сэр. Кэтрин, у вас прескверные манеры. Можно идти? Да. Кэтрин. Принесите мне виски. Слушаюсь. Вы говорите, ваш отец директор рыболовецкого колхоза. Да, сэр. А велик ли этот колхоз? Богат? В Одесской области считается колхозом-миллионером, сэр. А и как же он стал миллионером? Ну, как бы это вам объяснить? У нас большая моторно-рыболовецкая станция. Целый флот на причале. Флот? Вот именно.
отлично оснащенные суда. Вот и такой дрифтер плавает. Такой? Похожий или именно такой? Нашей фирмы. Да нет, именно такой. Хороший дрифтер. Но валкой. Валкой? К сожалению, мистер Мэйсфилд. Поругивали рыбаки. О, это устарелая модель. С тех пор мы, естественно, много работали, мистер Цымбалюк. Мы утяжелили киль. Взгляните на этот образец. Обратите внимание на эту линию. Оборудован эхолотом, радиолокационной установкой. Отличные моторы новейшей конструкции. Специалисты считают, что это лучшие сейнеры в мире. Я, правда, не специалист. Но я знаю, что ленинградские и николаевские верфи выпускают не хуже. Правда, мало их. Прямо на расхват. Извините, это скучно, наверное. Скучно? Что вы? Что вы, молодой человек? Скажите, а мог бы ваш отец, директор-миллионер... Колхоза-миллионер. Колхоза-миллионер, захотел бы он покупать катера нашей фирмы? Я имею в виду последнюю модель. Прошу простить, мистер Мэйсфилд, разве вы не читаете газеты? Читаю. Но, собственно, в какой мере это касается предмета нашего разговора? В полной мере касается. Мы все время предлагаем вам торговать. Мы с вами договор заключили. Предлагаем вам дружить. Сосуществовать. Абсолютно верно, мистер Мэйсфилд. Угу. Именно так, мирно сосуществовать. Вот вы спрашиваете, купят ли ваши катера. А ведь мы у вас целые заводы покупаем. Вы вспомните, сколько у нас морей. Океаны. Присаживайтесь, Дженс. Ваша любимая чашка. Ну, как они там? Что говорят? Они говорят о том, о чем все время твердит их премьер. О дружбе, о мире. Да. Будем надеяться, что наступит время, когда другие матери будут счастливее, чем я. А теперь позвольте поблагодарить вас и откланяться. Как, вы уже уходите? Да, к сожалению. Дела. Мой корабль грузится. В таком случае мы решительно берем в плен мистера Цымбалюка. И мы затронули такую тему, господа, что интересно было бы ее продолжить. Ну что ж, Джорджу разрешаю остаться. Нашей фирме 200 лет, мой друг. Вот рыболовецкая шхуна, которую своими руками сделал мой дед Дэвид Мэйсфилд. А моя бабка Глория скроила и сшила эти паруса. То есть не эти игрушечные, а в чем дело, Джеймс? Вечерняя газета, сэр. Ну и что же? Ну, здесь мистер Цымбалюк. А? Это вы? Да, вам нравится? Как? Вы здесь с женой? Да. Поверьте, что приглашая его сюда, мы не знали об этом обстоятельстве. Элис, соедини меня с капитаном Запорожцев. Ну зачем, сэр? Если это касается моей жены... Вот именно. И не пытайтесь учить меня приличиям, молодой человек. Этим занимается мой сын. Какой номер блока, Джордж? 6-й. То есть нет, кажется, 9-й. Кстати, моя жена служит на судне под своей девичьей фамилией. Гордиенко. Гордиенко, капитан! Николай Федорович, нельзя. Редакционная тайна. Подумаешь, тайна. Лучше про гитару б написали. Можно, Яков Иванович? А, Леся, ну, входи, входи. Значит, тайна от меня. Дожил. Ну, Яков Иванович. Все в полном курсе. Один я в догадках. Не ожидал. Я не понимаю, Яков Иванович. Если вы хотите прочитать этот номер стенной газеты, то, пожалуйста. Похоже, в местной печати объявляешь. А мне капитан. Ни слова, ни полслова. Да о чем вы, Яков Иванович? Я не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Хоть бы на свадьбу пригласил. На свадьбу? На какую свадьбу? Не притворяйтесь, миссис Цымбалюк. Нелогично, дорогая. Нелогично.
умеете плавать, а я нет. Вот в этом весь вопрос. Вообще вы не дотрога. Советую выйти на воздух, сэр. Нет, мне сюда. Hello. Шелтон. Вы позволите, Элис? Я пришел к вам, чтобы выкурить с вами трубку мира. О, русский! Так сказать, герой и сенсация дня. Вы молодчина, но если у вас хватит объективности, вы скажете всем, что струсить может даже адмирал Нельсон. Совершенно с вами согласен. Вы слышали, Элис? Вы отвернулись. Жаль, Майкл. Ну, в таком случае мы выкурим трубку мира с вами. Благодарю вас. Я не курю сигар. Нет, отказываться от трубки мира нельзя. Прошу. Ну, разве что трубка мира. Вы разрешите, мисс Элис? Пожалуйста, Джордж. Это очаровательно. Вот это да. Ваш храбрец испугался, как заяц. Это бенгальская сигара, мой отважный друг. Моя фирма выпускает и такие сюрпризы. Мистер Самолюк? Что случилось? Я же пошутил. Такие сигары выпускают для того, чтобы шутить с друзьями. Вы что, шуток не понимаете? Нет, почему же? Русским часто предлагают трубку мира, а потом это оказывается только шуткой. Прекрасно сказано. Но я хорошо понимаю, к чему это идет. Битва проиграна, и я удаляюсь. Потому что все этого хотят. Дождь, буря, но я горд, и я ухожу. Дуй, ветер, дуй, как сказал, нет, ну, как его, старик? Король Лир. Ну, совершенно верно. В году 749, точнее, я не помню даты, лепить свинью, задумал черт. Но вдруг в последнее мгновение он изменил свое решение, и вас он вылепил, милорд. Thank you.
Через 5 минут мы будем дома, миссис Цымбалюк. Добрый вечер, миссис Цымбалюк. Добрый вечер. Что с вами, Джордж? Вы чем-то расстроены? Я? Нет. Может быть, вам не здоровится? Спасибо, все в порядке. Кэтрин, мы ждем вас. Мой отец очень хочет познакомиться с вами. С удовольствием. Кэтрин, отведите гостей наверх. Спасите наши души. Но мне уже ничего не поможет. Майкл Пейтон изгнан из этого дома, где он с детских лет сыграл с этой девчонкой в кошки-мышки. Пусть на Элис женится русской, он этого достоин. La comedia. Дуй, ветер, дуй! Миссис Цымбалюк имеет музыкальное образование? Нет. Просто у нас в детдоме был хороший учитель музыки. В детдоме? Да. Конечно, это не такой детдом, какой описывал Диккенс. Теперь у вас таких нет, не правда ли? Мой сын далек от этого вопроса. Он коммерсант, огрубевший, как совок для угля. Девушка поймет, что такое английский камин, дождливый вечер. Ну-ну, пусть поймет. Мне кажется, вы очень дружны с дедушкой, мисс Элис. Да, Джордж, я его очень люблю. Вот ваша комната. Спокойной ночи. Доброй ночи, мисс Элис. Спокойной ночи. Доброй ночи. На завтрак дается гонг громкий, как корабельный колокол. Спокойной ночи. Доброй ночи. Шелтон, вы видели, как я на нее посмотрел? Видел, сэр. Но она мне не ответила взглядом. Не ответила, сэр? Да. Обидно не то, что пришла старость. Обидно, что уходит молодость. Что вы думаете по этому поводу, Шелтон? Думаю, что вам пора в постель, сэр.
последнее должно принадлежать тебе, только тебе. Да, ты прав. Но когда дело касается меня и Пейтона... Для вас я стала объектом для шуток на пароходе. Вы меня поставили в неловкое положение перед капитаном. Допустим, мне все равно, что подумать здесь. Но там, наши, миссис Цимбалюк. Да мне противно слышать оба эти слова. Тем более от постороннего. От постороннего? Да. А вы что думали? По-вашему, такие приемы, трюки делают людей близкими? Не говорите со мной так, Леся. Но откуда я знал, что старик потребует вашего приезда сюда? Ведь когда он позвонил капитану, я так покраснел, что в комнате сделалось значительно светлее. Опять прибаутки. Довольно мне вашей этой игры ума. Сейчас же уходите отсюда. Я вас не хочу больше видеть. Куда? Куда хотите, я не знаю. А скажите, Робинзон Крузо был англичанин? Да, англичанин. Я к тому, что если англичанин, попав на остров, мог отлично выспаться на дереве, то и я, попав на остров, могу отлично выспаться на дереве. Добрый вечер. О, мистер Цимбалюк, входите, входите. Спасибо. Вы промокли. Садитесь к камину. Спасибо. Курите. Спасибо. Что, капризничает? Да, минутное дело. Слушайте, Леся, вы не очень устали. Может быть, зайдете ко мне? Хорошо. Вы знаете, мне тоже что-то не спится. Вы что-то хотели сказать? Нет, нет. С вами очень хорошо. Вы такая счастливая. Я? Почему вы так решили? Ну, это сразу видно. У вас очаровательный муж. И знаете, хочется хотя бы побыть около чужого счастья. Теперь глоток кофе с коньяком. Раз вы уж оказались у меня в гостях. Что это за фото, Билл? Это снято в Мурманске. Во время войны я часто плавал туда, сопровождал караваны. Это вы? Нет, вот я. Трудно узнать. Ну, 15 лет. А это полковник Левашов, майор Шевченко, сибиряк Шубин, Хаджаев.
Перегибайло, Самойлов. Они сфотографировались с нами на прощание. Вы русские замечательные парни, Джордж. Неудивительно, что вы, именно вы, запустили ракету. И планету, Билл. И лунник, Джордж. За вашу страну, Джордж. И за вашу, Билл. Разумеется, птица любит свое гнездо, даже если оно на ветру. За теплый ветер, Билл. Билл! 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 О, и вы здесь, мистер Цимбалюк? Очень хорошо. Идемте скорее, у меня ваш отец. Он может исчезнуть. Мой отец? Нашу торговую делегацию интересует многое. Меня лично покупка рыболовецких судов и оборудования. Торговое соглашение между нашими странами способствует делу мира и укрепляет дружбу между нашими народами. Дамы и господа, на этом мы закончим наше интервью с членом советской делегации мистером Цимбалюком. Добро пожаловать в нашу страну. Друзья мои, позвольте вам представить, мистер Цимбалюк-младший. О, мистер Цимбалюк! Позвольте, позвольте, но почему же мне? В вашем лице, мистер Цимбалюк, мы аплодируем вашему отцу и вашей стране. Мы простые люди, но наши чувства и наши стремления... Кажется, я сказал речь. Присаживайтесь, мистер. Пожалуйста, конечно. Благодарю вас. Как поживаете в нашей стране, сэр? Вы здесь впервые? Да. Но мой отец бывал здесь не раз. Он моряк, как вы и я. Внимание! Через несколько минут выступает ансамбль Вирского. Скажите, а что это ансамбль Вирского? Это хорошо? Это один из лучших ансамблей мира. Он популяризирует народные танцы. Его артисты – крестьяне украинских полей. Дивизия фольклора и народность. О, откуда вы все это знаете, Кэтрин? Видите ли, до службы в этом доме я окончила колледж, занималась искусством. Дамы и господа, сейчас мы переносим вас в Беррик-Холл на концерт народного танца Украины. Внимание, включаем Беррик-Холл. О, сегодня ваш телевизор не скупится на показ моих земляков. Сегодня нам обещали интересную программу, сэр. Продолжаем наш концерт. На кукурузном поле! Колхозная полька! Когда я начинаю сравнивать вашего мужа и Пейтона, мне хочется кричать. Разве вы Пейтон? Не знаю. Главное, надо забыть, кого нельзя забыть. Так вы хотите сказать, что есть человек, да, который... Тогда я не понимаю. Нас выходит замуж за тех, кого любят. А если он никто? Понимаете, никто. Вот Пейтон кто? А он... А он любит вас, который никто. Да. Когда трудно, мы, радисты, даем в эфир СОС. Слышат все. А приходит на помощь тот, кто ближе всех. Доброй ночи, Лесь. Доброй ночи, Лесь. Доброй ночи. Да, это я.
Где вы были? Я? Что вы делали все это время? Я проклинал Кирилла и Мефодия. Да каких еще Кирилла и Мефодия? Ну, которые изобрели азбуку. И придумай они этого безобразия, то не было бы газет. А если не было бы газет, то не напечатали бы, что вы моя жена. Это вас так тяготит? Право, Элис! Право! Молодчина! Да, но позвольте, позвольте. Я решительно не понимаю вашего отношения, отец. Вы просто довольны случившим? Да, доволен. Я рад, мой друг, рад, помолодел. Доброе утро, сэр. Отличное, Джемс, отличное. Вступайте и пригласите русских. Я голоден, как акула. Слушай, сэр. Я еще раз утверждаю, что вы болван, Нортон. Разве вы забыли, какие Шейны распускают на воду Пейтоны? Стоит им войти в нашу фирму? Не вижу в этом ничего страшного. А я вижу. Вижу, как на так называемый Шейнер ставится пулемет. И фирма Мэшфилд воюет за третьего земель. Не хочу этого. Не хочу! Словом, еще раз. Молодчина, Элис. О, мистер Мэйсон, вы уже поправились. Как приятно видеть вас здоровым. Доброе утро. Доброе утро. Приношу вам глубокую благодарность, миссис Цимбалюк, огромную. Вы доказали мне, что любовь существует, что она выше расчета, выше. Прошу вас, сядьте вот здесь около меня. Я буду сам за вами ухаживать. С удовольствием, сэр. Но я ничего не понимаю. Как? Разве вы не знаете, что Элис исчезла? Исчезла? Как исчезла? Сбежала, умчалась и испарилась совершенно, как в романе «Ночь, гроза, письмо». Да. Ты меня поймешь, я... Нет, это мне. Сердечная благодарность миссис Цимбалюк, которая... Нет? Да. Моя дочь заимствовала эту прелестную идею, кажется, из вашего личного примера. Ну, как бы там ни было... Молодец, Элис, молодец. Ваше мнение, Шелтон? Я за любовь, сэр. Я за любовь, сэр. Я за любовь, сэр. Вы просили остановиться у музыкального магазина, Джордж. Да, Билл. Мне надо купить одну вещь. Салют, Микола Федорович! Здравствуйте, Леся Андреевна. Здравствуйте, Микола Федорович. Добро пожаловать домой. Салют, Микола Федорович. Примите взамен погибшей в морской пучине. Между прочим, итальянской. А нет ли на мое имя крупных денежных переводов? Радиограмм или букетов с берега, а? Букетов с берега нет. Букетов с берега нет. Радиограмм тоже. Радиограмм тоже. А батя ваш? А батя наш? Капитана, бокал с бокалом постучите. Вот это лучший путь. Вы представляете, что теперь будет? А во всем виноваты вы. Если бы вы... Леся, а вам не кажется, что ругать меня может стать у вас дурной привычкой? Пошли к бате. Полный вперед!
моря, тут и